Итак, всем привет, ребята! Это уже обзор на лайт-версию моего города. Так вот, сейчас я вам покажу новые постройки. А именно вот этот вот домик. Вот посмотрите на него. Вот туалет. Это как бы мини-дача. Вот еще один домик. Вот еще один. Вот еще один. А стоп, я не полностью его показала. Так, еще какой? Сейчас вспомню еще. Даже я покажу вам постройки, которые я строил до лайт-версии. Так, надо бы найти их. Вот еще один домик. Вот он. Так, еще какой домик. О, вот еще один. Какие еще тут домики? Сейчас найду. Я помню, что здесь были какие-то домики. А, вот еще один. Вот еще один домик. Вот еще один домик. Он уже на воде. Вот. Так надо бы здесь дорожку сделать. Ну, потом я вам покажу постройки до лайт версии. Лей всех. О, вот еще одна постройка. Теперь я покажу постройки, которые были построены до лайт версии. Хотя мне их лень показывать, но вы поняли. Вы уже видели некоторые из них до лайт-версии. Но это все-таки не релиз, а до релиза еще далеко. Да еще и при релизе будут немножечко попозже они. Потому что первый выйдет в марте, а второй в апреле. А релиз уже будет в мае. Но перед этим я выпущу вторую лайт-версию, третью лайт-версию, четвертую лайт-версию, пятую и шестую. Вторую лайт-версию я выпущу 30 декабря. 30 декабря.
случайно нажал на кнопку пуск. Ну ладно. Декабря. А вот я подумаю, когда будет последующие лайт-версии. Подумаю. Ну а сейчас всем пока.